Дуров получил гражданство Великобритании, СМИ. Павел Дуров 28 февраля зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network Limited. В документах в качестве страны проживания указано Соединенное Королевство, сообщают СМИ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на открытый реестр юридических лиц Соединенного Королевства, пишет «Звезда» в пятницу, 6 апреля. В сообщении говорится, что 28 февраля этого года Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network Limited. В документах в качестве страны проживания указано Соединенное Королевство. Как сообщает TJ, Дуров не подтвердил получение гражданства Великобритании и регистрацию юрлица Telegram Open Network. Он назвал это фейком. По данным СМИ, помимо российского гражданства, у Дурова есть также гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, государство на Карибских островах. Ранее сообщалось, что состояние основателя мессенджера Telegram Дурова достигло 1,7 миллиардов. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.